Международные спортивные федерации одобрили более 250 заявок на участие российских спортсменов в Олимпиаде этого года. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, где-то заявка одобрена целиком, где-то к Олимпиаде допущена только часть команды. Официальные проводы сборной России на Олимпиаду пройдут сегодня в московском аэропорту Шереметьево.